Специализированная выставка проходит при содействии администрации города, и, что немаловажно, Союза строителей Кубани и Сочи, а также общественной организации «Союз архитекторов России». Представители всех этих организаций строительную экспозицию считают значимой. Это возможность познакомиться со всеми новинками отрасли, которые можно применять в том числе и при благоустройстве курорта. Сегодня в городе проектируются детские сады, школы. Активное строительство запланировано и в Лазаревском районе. Несмотря на то, что только наш департамент строительства во время Олимпиады освоил более 30 миллиардов рублей, в городе Сочи стройка будет продолжаться, и ваши все усилия даром не пропадут. Участники форума строительства и благоустройства, который открылся в выставочном центре, что на улице Несебрской, представляют широкий выбор декоративных, строительных, отделочных материалов, элементов благоустройства, электро- и светотехнической продукции, систем берегоукрепления из пластикового шпунта, окон, гидроизоляционных материалов, водоочистных сооружений. К примеру, питерская компания представляет уникальную установку глубокой биологической очистки. Кроме того, здесь презентованы проекты домов из сибирского кедра и ангар сосны, детские площадки и спортивные игровые комплексы, в том числе для дач и домовладений. Можно здесь ознакомиться и с альтернативными источниками энергии. Сочинская администрация разработала обширную программу мероприятий на год вперед. В 2015 году их будет более 150, и одно из них – это 34-я специализированная выставка строительства и благоустройства, в рамках которой запланирована насыщенная деловая программа. Это семинары, конференции и круглые столы. Развитие строительной отрасли – основополагающая задача для курортного города, который мы развиваем как сочинскую курортную агломерацию, которая развивается и движется вперед. Город Сочи сегодня уже, без сомнения, международный курорт. Поэтому удачи, успехов в проведении выставки, новых контрактов. Ключевым мероприятием форума «Сочи Билд» стал круглый стол строительства и городское хозяйство Сочи. Вызовы времени, задачи и пути решения. Поговорят специалисты и об увеличении прибыли в строительном бизнесе, несмотря на кризис. Выставка работает до 23 мая включительно с 10 до 18 часов. Вход свободный, улица Несебрская, 1Б. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.